Всем привет! С вами Виктория Потапенко. Прямо сейчас обзор самого читаемого и обсуждаемого в наших соцсетях. Начнем с топа новостей на сайте tvk6.ru за неделю. Утонувший подросток в Абакане пришел домой спустя несколько часов. Оказалось, что мальчик просто далеко уплыл, а мама уже вызвала спасателей. Трудно представить, что чувствовала женщина в эти моменты. Но мы радуемся, что все закончилось благополучно. Мы вместе с 5 класса. Красноярские школьники рассказали свою историю любви после предложения на выпускном. Да-да, это про ту самую пару, где выпускник сделал предложение своей девушке на выпускном. Правда, свадьба пока не планируется. Ребята сначала хотят окончить университет. Сезон грибов в Красноярском крае начался раньше обычного. Рассказываем о грибных местах. А красноярцы уже делятся своим уловом в социальных сетях. На фото маслята, подберезовики и шампиньоны. Видео недели однозначно кадры спасения девочки, которая упала в шлюз старой дамбы, когда гуляла у реки в Минусинске. Пожарный прыгнул за ней в воду, 2 часа удерживал ее за руку и не давал ей утонуть. Смотрим, как это было. Лестницу, лестницу, давай. Ты держись за решетку. Давай, давай. Уходи. Все, стой, не торопись, не торопись, сейчас. Максим Тарасюк – тот самый пожарный, который спас девочку. Он рассказывает, течение было таким сильным, что уносило даже его. Но, к счастью, сейчас с ней все хорошо. А прокуратуре предстоит выяснить, почему технические решетки на дамбе были открыты. Ведь это запрещено. А одной из самых обсуждаемых тем стала новая 100-рублевая купюра. На одной стороне банкноты теперь изображена Москва, а на другой – мемориал в Ржеве. Мнения разделились. Одним понравилась купюра, другим нет. А кто-то вспомнил про наши многострадальные 10 рублей, где Красноярск должен сменить Новосибирск. Зачем? Под евро косить уже не актуально. Это сколько же оборудования в банкоматах и терминалах нужно будет поменять или перепрошить? Ну, нормально. А наша часовня в чем провинилась? Она больше похожа на евробанкноту, чем на наши деньги. Но все равно наши молодцы. А какая разница, нравится, не нравится? Это деньги, а не картины. Помните, что ТВК теперь есть и на Яндекс.Дзене? На этой неделе там стало популярно видео из закрытого Гоголь-центра, где на последнем спектакле полный зал и овации. Оставим без комментариев. Обзор всего самого читаемого и обсуждаемого в соцсетях ТВК. Присылайте свои фото и вы. Вот здесь вы видите QR-код, по которому можно перейти в наши соцсети. И помните, что ТВК – это не только ТВ.